Телеведущая Ксения Собчак поймала комика Гарика Мартиросяна на том, что он пытался замаскировать кружку с рекламой и генерального спонсора шоу «Маска» компании «Азерчай» во время очередного выпуска программы на НТВ. Своим наблюдением она поделилась в телеграм-канале. Сложившуюся на шоу «Маска» ситуацию Собчак назвала казусной. По ее словам, во время шоу 5 членов жюри, среди которых певица Валерия, Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко, юмористы Тимур Родригес и Гарик Мартиросян оценивают конкурсантов и пьют в это время из чашек с логотипом компании. Бросается в глаза, что Гарик Мартиросян либо обходится без напитка, либо ставит чашку на столе так, чтобы не было видно надписи «Азерчай». Забавная история. Конечно, Гарик армянин, здесь азербайджанский спонсор. В рамках конфликта это, наверное, бы вызвало много вопросов. И вот он маскирует кружку, написала она, поделившись фотографиями.